2002 году международный конкурс вокалистов «Алтын микрофон» впервые собрал под своей крышей талантливых детей. С тех пор 18 раз на сцену выходили самые лучшие вокалисты многих стран. Сегодня «Алтын микрофон» смело можно назвать визитной карточкой Кустанайской области. За годы существования конкурса на его сцену выходили тысячи участников из различных стран. География участников международного конкурса вокалистов очень обширна. Россия, Болгария, Литва, Италия, Узбекистан, Беларусь, Армения и, конечно, Казахстан. Возраст участников от 7 до 21 года. Многие участники конкурса «Алтын микрофон» в дальнейшем прославили свою родину на больших сценах мира. Максим Ержан, Ернар Садырбаев, Жазыкбаев Бекбула, Полина Косенко, Полаткан Исатай. Их имена знают мировые сцены благодаря конкурсу «Алтын микрофон». Этот конкурс – хороший старт для будущих покорителей сцены. «Алтын микрофон» зажигает звезды.